Мне не нужны русские, типа, здесь. Но он прикольный, мне он нравится. То есть я его смотрю не потому, что там... Точнее, я его не буду смотреть не из-за того, что он гражданин Украины, да? Хотя мне на Украину, по большому счету, ну, как бы, все равно. Вообще, в целом, в смысле, как на страну я имею в виду. Я не гражданин этой страны. Но мне этот человек нравится, как человек. То есть я за человеческие качества. А вообще, в целом, я за мир во всем мире, понимаете? И вот эта слава Украине, найдите эту уже славу, поцелуйте его в жопу, пожалуйста, блядь. Или президента своего. Я так понимаю, слава он. Вы же ему славитесь постоянно. Папа вам не мама, блядь. Вот. Так, что там? Тебе слово расческа знакомо? Да знакомо, конечно. Ну, чтобы, знаете, выйти в прямой эфир, там, пока я дома нахожусь, как бы, ну... После того, как я проснулась. Расчесываться буду, когда мне на работу будет пора. А на работу мне будет пора через... Блядь, полчаса тоже. Короче, через... Успокою ваши нервы, через часа полтора расчешусь. Даже пойду голову помою. Не чухаю волосы. Я чешусь, я говорю, у меня холодовая аллергия, я постоянно чешусь, пока вот лето не наступает. Бледина, очень приятно. Молодец, слава богу. Бонны мамам слава. Бонны... Ну все, ага. Хорошо, приятно. Девушка, будь терпеливой, не тратьте нервы. Будьте терпеливой, не тратьте нервы. Да я не трачу, просто общаюсь. А за что вас любите? А не надо вас любите. Надо просто по-человечески относиться к людям, которые вообще не причастны к боевым действиям. И которые просто, ну, как бы сидят и общаются, и славку не ищут своего. Так, а что сидишь дома, а не на обороне своей страны? Ну, потому что я так понимаю, что есть нашу страну кому защищать. Но если что коснется, блядь, что делать? Придется встать да пойти. А что? Уж в угол точно не забьюсь. Пушку держать не умею, но на кровь смотреть и раны обрабатывать научусь. Ради такого случая, чтобы свою страну поддержать. Сень, сделай тише, пожалуйста. На панель. На панель. Да я нормально зарабатываю. Слушайте, слава богу, что меня это не коснулось. Надеюсь, что не коснется. Это я про панель. А ты отсоси Путину. Все, ладно. Я это комментировать не буду и не буду такие сообщения читать. И блокировать, кстати, вас тоже не буду. Пишите чушню, вы поднимаете мне рейтинг тем самым. Сахалин. Через А. Сахалин. Привет, привет. Сень, иди, пожалуйста. Пожалуйста. Вон, а я только с 10 часов. Где работаешь? Я работаю преподавателем по актерскому мастерству у детей. А вечером работаю музыкантом в ресторане, пою. И умоюсь через полтора часа. И умоюсь еще вторично, да, через полтора часа. Спасибо за мороженку. Чё нам, чё там? И красиво, и умна. Посылай их подальше. Сеньке привет. Сень, тебе передали привет. Тебе ли с детьми работать? Ну, раз работаю, значит, мне ли? Кабак, это правильно. Не кабак, а ресторан. Спой. Давайте споем. Блатняк. На далекий север, где морозы. Тот холодный лагерь по этапу. Мне ли с детьми работать? Паренька, вы не понимаете, что я вас разгоняю еще больше? А вы ведетесь на это. Хорошенькие мои лялечки, блядь.
Паренька пригнали молодого. Злые и замерзшие солдаты. Сколько здесь сидит кнопочных героев. Хоть кто-то это понимает. Я говорю, со стороны можно за призму экрана. У тебя волосы не так. Тебе немножко попей, там еще поучиться. Пойдешь работать, можешь на вокал пойти записать. Что-то еще. Вы знаете, я говорю, вы тем самым не разгоняете актив. Тебе ли с детьми работать? Твое у тебя с лицом. Сень, все, прекращай. Не надо меня. Я знаю, что ты хочешь в кадр. Ты в кадре побыла, могут нас заблочить из-за этого, понимаешь? Буду лай. Ого. Постоянно такая фигня. Я же тебе говорю, чем больше материшься, дочь и папа хочет нового. Нет, не хочет. Зачем тебе актив, толку от него? Зачем мне от вас таких, толку от вас, таких? Вот. Ну, пусти малую. Еще раз извиняюсь. За что, я не поняла. Да иди. Ненадолго только. Дочь, ну блокнуть могут. Ляль, ну честно тебе говорю, что, я же не это. Иди, давай. Что, песню будем петь или что будем петь? Песню. Давай. Погнали. Бедный ребенок. Ребенок, ты бедный? Она... Не надо, давай пой и погнали дальше. Я работать буду. А может я буду танцевать, а телефон будет песни такие. Ну давай быстрее только. Только я тапки сейчас одену. Давай, одевай. Надевай только правильно. Вот так. Ну что ж такое? Хэппи Мэн Алмани, то ты пишешь, бедный ребенок, то ты мне даешь советы, чтобы я ее одну не показывала, меня заблокируют. Наверное, из хороших побуждений. Вы определитесь, пожалуйста, плохой или хороший. Если я плохой, вас не устраиваю, можете, говорю, свайпнуть и пойти дальше. Вот. Если... Ну что, ну не буду переворачивать, иди сюда, телефон возьми, только тише сделай, пожалуйста. Эту песню тоже, кстати, пойду на работе. Вот, я же никого здесь не держу. 228 человек. Очень интересная цифра. Привет из Грузии, привет. Покажи фигуру. Кинь сердечек мне, 18 штук осталось.